Вот самый новый бендерский троллейбус 1995 года выпуска. Это подарок, который отслужил положенный срок еще в Белоруссии. После очередного капремонта машину вернут в строй, и она вновь станет развозить пассажиров. Весь троллейбусный парк Бендер состоит именно из такой техники. Но теперь в городе впервые ждут новые машины. Это современные машины с электронным приводом, очень комфортабельные для пассажиров и для водителей. Один троллейбус новый меньше потребляет процентов на 30 электроэнергии, чем старый. Новые бендерские троллейбусы будут низкопольными для удобства пожилых людей и инвалидов. В них меньше шума, а кондиционеры установлены не только в кабине водителя, но и в салоне. Стоимость каждой машины с дополнительным оборудованием около 180 тысяч долларов. Поставщик – Вологодский завод. Они приняли решение за свой счет поставить более дорогое электронное оборудование. Мы и так заказали, в принципе, очень хорошие троллейбусы, но они еще добавили туда очень современную систему управления с мониторингом. Узнав о том, что за этой программой стоит Дмитрий Ильич Рогозин, вот, они сами предложили такие вот вещи. В троллейбусном управлении сообщили, что новые машины направят на самые востребованные маршруты. Прежде всего, они будут курсировать между Тирасполем и Бендерами. Планируется, что троллейбусы прибудут в Приднестровье уже к 1 мая. Степан Бугаев, Салават Шайхлисламов, Первый Приднестровский телеканал.